В Красноярске реконструируют Александровский бульвар. На набережной Красноярска он появился почти 100 лет назад в честь юбилея Победы в Отечественной войне. Как преобразится набережная, в репортаже Марии Кунской. Редкий красноярец знает, что это место рядом с речным вокзалом называется Александровским бульваром. Его открыли в честь столетия Отечественной войны 1812 года. Век назад эту часть набережной облагородили, и из горожан даже за прогулки плату брали. Сейчас здесь по-прежнему любят гулять красноярцы, но ухоженным бульвар назвать нельзя. Красноярские архитекторы предложили проект реконструкции. Мы предполагаем утопить маленько ниже, сделать сам постамент, сверху изобразить карту реки Енисей. Вот, на него уже поставить сам якорь. Также у нас планируется художественное изображение в виде кораблей и, может быть, изображение рек. Это на торцах. Еще одна юбилейная дата. 150 лет назад на Енисей было спущено первое судно. На постаменте, возможно, появятся имена ветеранов пароходства. Установят стенды с историей Красноярска. Преобразятся и эти тумбы, которые сейчас никакой исторической ценности не имеют. На их месте появятся объекты, выполненные из керамики, возможно, с элементами мозаики. На них будут изображены старинные здания Красноярска или судна, которые не сохранились. Идею уже одобрили в администрации Центрального района ветераны речного пароходства. Свое добро дал глава города. Александровский бульвар мы обязательно должны реализовать в будущем году, потому что это год юбилея строительства этого городского бульвара. Поэтому я считаю, что это не обсуждается даже. Этот проект обязательно должен быть реализован. Как будет выглядеть окончательный проект, предстоит обсудить с главными городскими архитекторами. Александровский бульвар должны преобразить к сентябрю следующего года. Мария Кунская, Александр Шастин, Вести, Красноярск. В Красноярске прошло академическое собрание.